6 недель назад Тёрнер был убит, а я получил повышение. Рождество. Мы стоим в Бельгии, в Орденском лесу. Холод такой, что моча сосульками стынет. Нас ждет адская бойня. Потеряв Тёрнера, мы остались без защитника. Клянусь, Хейзел, я хочу вернуться к тебе героем. Но теперь командир Пирсон, и я не знаю, вернусь ли. С Рождеством, Тёрнер. Тёрнер! Пирсон сделал этого паренька капралом. Что ты скажешь на это? Скажу, что ты все тот же мешок с дерьмом, Аэла. Не надо сейчас. За Тёрнера! Везучий сукин сын. Первый во всем. Продолжайте пялиться. Наслаждайтесь вечером, парни, потому что завтра, когда колонна выдвинется, вы будете оборонять ее на передовой. И Тёрнер вас защитит. Нет! Полегче. Полегче? А, ты же теперь капрал. Вот и поглядим, как это легко. Давай. Дай только повод. Да, я так и думал. Шесть лет с ним служил. Шесть. С долбанным Рождеством. Колонна идет, и мы должны сделать так, чтобы она добралась до Рейна. Осталось только справиться с холодом и с Пирсоном. Что за сапоги, студент? Как новые? Ага. Спер у одного резервиста, замерзшего до смерти. Если бы Пирсон не жадничал со снабжением, мне пришлось бы воровать. Ладно. Хозяин, они все равно были ни к чему. И куда делся наш сельский парень? Увидишь его, дай знать. Охренеть Рождество, да? О, да. Да. Вместо того, чтобы обниматься со своей девушкой в тепле, морожу тут задницу с вами, придурками. Вот черт, Пирсон тут. Аэла, за пулемет! Да, сержант. Сержант, есть плащи или одеяло? Как по мне, ты в порядке. Восточный блиндаж под обстрелом. Вода ящик с патронами отнесешь им. Унесу ящик, а Ела останется ни с чем. Ну так цельтесь получше, черт вас дери. Я принес патроны, ребят. Ты погляди, настоящий старик Санта. Бросай под дерево. Что принес? Шоколад? Сухие носки? Черт! Крауты на холме! Впереди! Заело! Дэниел, скрохни! Один!
стреляешь? Этот крауд к своим не вернется. Как они прошли мимо 88-го? Ты бы сходил в штабную палату. Будьте готовы. Дэвис, это что, черт возьми, было? Капрал, для вас есть кое-что. Это Говард. Приятно с вами познакомиться. Простите, не ожидал. Что придется работать с таким инженером? Говард был в роте, что брала высоту. Вам дали сражаться? О, да. Даже умирать. Так, когда пойдет колонна, будет настоящий ад. Думал, подтянут резервы. Мы есть резервы. Нужно подкрепление с воздуха. Смотри-ка. Дэниелс только что вспомнил, что он капрал. Радио работает. Да, но помощь ждать не стоит. У летчиков дел по горло. Осталось лишь проводить этих ребят до Рейна. Да, если крауты не все мосты взорвали. Вроде бы все. Ты там как? Живой. Усыпляют бдительность перед атакой. Нам надо найти Бирсона. Сюда. Их танки на подходе, они отрежут нас! На старом кафе есть радио! Вы прикройте огнем, а я его починю! Этот кафе близко к врагу! Эй, ты теперь капрал, вот и веди себя как капрал! Вы думаете, что мы пойдем туда с ним? Ты же из Квинса, что с тебя взять? А хоть бы и ты... Эй, я из небоевых! Погоны отдал, чтоб выйти! Теперь шевелись, живо! Веди давай! Этот мир сошел с ума! Я тебе сейчас в нос как дам! Эй, сделай это! Говард умрет, нам всем конец! Дэниелс, пошли! Крауты идут! Пехота противника выходит из-за деревьев! Радиостанции! Крауты, Дэниелс, помоги мне достать радио! Достал! Она прострелена! Уже время! Нельзя их сюда подпускать! Легко сказать! Говарду! Внимание на опушку! Немцы идут через поле! Прикройте! Мне нужно больше времени! Говард, боже, быстрее! Бродяга Джо, это Дэгвуд Уайт 5. Запрашиваю авиаподдержку. Прием. Раз понял, Дэгвуд Уайт 5. Авиаподдержка уже занята сопровождением бомбардировщиков. Время прибытия неизвестно. Прием. 509-й, это штаб. У нас экстренный запрос на авиаподдержку. Отводи свой отряд, как только достигнете места назначения. Вас понял, штаб. Проводим бомбардировщик. Полная смена курса. В 3
3 минуты по цели. Разберемся с тяжелой техникой. Против нас ведут зенитный огонь. Мы не времени, чтобы избежать зенитного огня. Повторяю, мы падаем!
Штаб, это 509-й. Мы проводили бомбардировщики и готовы оказать авиаподдержку. Вас понял, 509-й. Вражеская пехота и бронетехника атаковали 9-ю бронетанковую дивизию. Прием. Бродяга Джо, бродяга Джо! Это Дэгвуд Уайт 5! Нас теснят! Где чертова авиаподдержка? Ждите, Дэгвуд Уайт 5! Авиация в 50 милях от вас! Прием! Уходим отсюда! Авиаподдержка летит! Мы столько не продержимся! Она уже быстрая! Еще немного! Покажите мне их позицию! У тебя видение! Облизаться врагом нет! Они могут вернуться в любую секунду! Позиции! Приготовьтесь! У тебя что, галлюцинации? Тут нет врагов! Удерживайте позицию! Пускать оборону! Обнаружен противник! Удерживайте позицию! Сержант, дайте их позиции! Thank you.
сдержаться! Уже Пирсон слетел с катушек. Это не ко мне вопрос. Он, небось, получит медаль. Ну, было неплохо. Нам повезло, что мы живы. Пока. Дэниелс, веди Краутов куда следует. Да, сэр. И давай пошли. Я уже видел этот взгляд. Это было перед самым Кассерином. Теперь мы сами за себя. Как Пирсон не старался нас угробить, мы все-таки отстояли колонну. Наступление противника остановлено. Тёрнер гордился бы нами. Душу Пирсона поглотил мрак. Я чувствую, что он затягивает и меня. Но чтобы выжить, я должен держаться. Шесть недель назад Тёрнер был убит, а я получил повышение. Рождество. Мы стоим в Бельгии, в Арденском лесу. Холод такой, что моча сосульками стынет. Нас ждет адская бойня. Мы все еще ждем Пирсона. Никто не знает, что он будет делать, но послужной список у него не идеальный. Будь ты здесь, Пол, ты бы вправил ему мозги. Надеюсь, Цусман и Аела продержатся, пока мы не снесем те пушки. Васа, Петя. Чего ему? Васа, Петя. Вот. Черт возьми, ты что творишь тут? Ничего, сержант. Что-что? А? Ну что, а так тебе яснее? Яснее. Сукин ты сын. Сержант. Эй, а ты не лезь! Эй, стой! Мечисон! Мечисон! Не морайся! Дэниелс! Тупица! Почему ты сбежал? Он что-то скрывает. Сукин сын прятал вот это! Дай сюда! Что там за хрень? Приказа заложить взрывчатку на мосту в Ремагине. Ее будут грузить на машины в 5 милях к северу. Если я прав, это последний уцелевший мост через Рейн. Как неудачно вышло, принц. Грузовики со взрывчаткой скоро будут здесь. Нельзя пропустить их к Рейну. Пирсон приказал валить деревья, чтобы перекрыть дорогу. Где чертов Пирсон? Наверняка в какой-нибудь дыре с детонатором. И своим виски. Знаете, что так же опьяняет? Переохлаждение. Если не двигаться. Стайлс, ты в группе Пирсона. Не везу. Дэниел Сусман, вы со мной. Я ставлю последний заряд. Потом атакуем из засады. Сделаем. Мы станем героями, между прочим, а? На шаг ближе к Рейну. Мы дышим Адольфу в спину. Надо только остановить те грузовики.
Я сам заложу. Следи за дорогой, не появится ли немецкий транспорт. Это наш сигнал. Грузовики на подходе. На дороге нацистский транспорт. Говор! Сюда! Погоди, пусть выйдут на позицию. Джейсон ждет большой сюрприз. Часа. Займите высоту и прикрывайте нас, пока мы разберемся с последними грузовиками. Эй, не шумите. Берегитесь патрулей. Едем! База впереди! Около главных ворот две высоких точки. Надо туда попасть. Тише! Кругом крауты. Добрались. Осталось только найти хорошую позицию у ворот. Пирсон, приближается к нам!
Пирсон хочет, чтобы мы заняли башню и прикрывали его. Мне нужна аптечка! Время они не церемонятся. Спокойно, не дергайся. Успели. Ты как? Цусман у них. Жаль его, но надо атаковать последний грузовик. Нет, 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 ты никуда не пойдешь. Цусмана взяли! Задание это главное! Я его не брошу! Нельзя терять грузовик! Ah! Ah! Ah!
нарушил приказ. Тогда отдай меня под трибунал. Дезертир заслуживает смерти. А может, я окажу нам всем услугу? Закончу. Сержант! Все кончено. Тебе нет места в моем взводе. Уберите его с глаз. Все хорошо. Подолтай. Ты сделал все, что мог. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Выкиньте жетоны. Им нужны евреи. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! Amerikaner. Точка. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Вот уже 8 недель, как Цусман попал в плен. Я пытаюсь не терять надежду. Сэр, скажите, что Цусмана нашли. Хотел бы сказать. Пирсону плевать на Цусмана. Как на своих людей на Косырине. На Косырине? Вы ничего не знаете, рядовой. У Пирсона был приказ отступить, но часть его людей застряла на перевале. Он не мог позволить себе уйти без них. Но, спасая их, потерял еще больше людей. Он очень изменился. Но вам незачем беспокоиться о Пирсоне. Вы едете домой. Теперь меня ждет трибунал, сэр? Наказать бойца, приблизившего успех этой чертовой войны, это выставило бы армию в плохом свете. Да-да. Сведения, что вы нашли у того пленного, указали нам расположение последнего моста через Рейн. Это может потянуть на бронзовую звезду. Вы настоящий герой. С возвращением, Ред. С этого момента я ни на минуту тебя не оставлю. Вам все понятно, капрал? Да, мэм.
Ты в порядке, Ред? Мы болтаем или охотимся? Тебе есть чем гордиться. Поборол страх, справился с собой. Что и требуется от мужчины. Лучшее чувство на свете, правда? Побывать в аду и вернуться домой героем. Ред. Ред. Вы настоящий герой. До конца. До конца. Меня комиссовали. Хуже того, Цусман в плену у Краутов. Но я надеюсь его вернуть, хоть и получил билет домой.